Подснежники, и вы уже аплодируете, потому что действительно, как бы вы ни хотели, но вы пришли в высшее учебное заведение, которое было создано специально для того, чтобы то, что потом вы будете делать по окончанию, стояло на страже нашей необъятной Родины, нашей России, которая занимает 1/6 часть суши. Мне очень хочется верить, что именно вы создадите наш великолепный мирный небосклон. Именно вы, выпускники военмеха, будете честно и правда служить России.